Сколько не готов, значит, на наступление на 2 часа на 5 часов, то старшина поднимет в 6 утра. Так и тут. В этой группе бахов будет, в частности, горно советский те самые ребята, да, которые зашли по подсказам выгрузили российские флаг. Именно про них пел. Уже пошли на здесь политики пиратки. Не на Кавказе, уже в Карпатах, тоже в горах. Те люди, которые несколько лет топтали землю нашей Родины, пытаются прорваться на Запад, чтобы сдаться в плен не советской армии, потому что, собственно говоря, там им особо ловить нечего, а сдаться все-таки американцам или англичанам. На встречу им выдвигается, как раз вот мы видим, штурмовое оружие десантом. Ребята встретили своих, возможно, боевых товарищей. Немцы здороваются. Зачем это все делать? Проговаривают дислокацию. И, естественно, планируют дальнейшие действия против наступающих. Буквально наступающих пятых частей советской Красной армии, которые догнали по самой параде. Но мы слышим выстрелы. Почему? Потому что на самом деле к самоходке Стругацких подошли бельджандармы, то есть те самые люди, о которых мы вам уже упоминали. Это военная полиция, которая проверяет, с какой целью и почему эта группа движется по дороге. В эти дни на бельджандармерию была наложена такая миссия. Они препятствовали логистическую группу «Папус». Пытается прорваться. И сейчас вот самоходка в сторону Иисуса, если как бы простому просто разворачивается, и, очевидно, ей не разрешили проехать по этой дороге. И вот там совсем-совсем вдали, вдоль деревьев, обратите внимание, едет чистая полуторка с красным флагом. И с той стороны идут наши войска. Они еще не знают, что здесь огромное количество сил вермахта. Они еще этого не осознали. И они могут рваться на крупные неприятности. Рвутся. Пандер-гренадиры занимают позиции возле своего штурмового орудия. Эдельвейцы заняли позиции в окопах. И тут немцы начинают понимать, что это не просто грузовик, это разведгруппа из первого украинского фронта, которым командовал, кстати, маршал Конев. Советская ударная группа состоит из легендарных автомобилей КАЗ-67, та самая полуторка. И где-то там... Ты что городишь? Вот метёр. 67-й это не полуторка. Тут ГДМ. О, ребята. День полетел. Наше преступление в сторону Праги Аргентины было стремительным, но тем не менее разведки никогда никто не забывал, потому что 4 года войны научили нас, что без разведки ничего делать нельзя. Поэтому впереди стремительно продвигающихся танков, среди которых были танкисты знаменитого Топыкова, всегда были разведгруппы легкие, большие массы, конечно, мужиков, как нашего производства. Походка Стругацких отстреливается от нашей разведгруппы. Для наших сложилось довольно серьезная ситуация, потому что наши силы очень легкие, и они нарвались на серьезный кузов сопротивления гитлеровцев, оснащенный серьезной техникой. Советская группа тем временем проводит рекогносцировку и
Обратите внимание, из немецкой походки пошел дым. Это означает, что наши войска, наши артиллеристы доблестные. Это означает, что они выстрелили. Ребята. Но чаще всего одного выстрела не достаточно, чтобы разрушить танки. Это только в кино, когда попадает по танку или походке снаряд, она сразу взрывает. Охватывается пламени. Обычно для того, чтобы вывести из строя технику, нужно несколько выстрелов. Либо одно попадание, но больше не дать. Экипаж тоже покидает машину. Все-таки в этот раз одного второй выстрел. Немцы вешают дымовую завесу. Начинает отступать. Уважаемые зрители, которые стоят справа, пожалуйста, не переживайте, что вам сейчас не все хорошо видно. Зрелище хватит на всех. Реконструкция будет занимать весь полигон, который перед мной. Немцы только начали еще отступать. Они перед вами время пройдут. Там-то они стреляют, а вот куда? В общем, то, что мы сейчас видим, называется подавление противника. Самоходка подбита, десант вынужден вернуться в свои траншеи. Они залегают под огнем нашей группы, не могут поднять головы. И мы находимся в искушении, что же будет дальше. Как же наши войска будут решать внезапно возникшую серию проблем в виде подбитой группы самоходки. Практика постановки дымовых завес для того, чтобы играть в поле боя ранен, еще один выстрел. Это распространенная практика, так что тот дым, который стоит над самоходкой, это не просто дым от подожженного немецкого самоходного оружия, это еще и дымовая завеса. Наши очень часто ее использовали, немцы ее очень часто использовали. И когда вы видите военные фотографии, когда поле полностью похоже дыма, это не только выстрел. Еще один выстрел производит наша ПСД-3. И куда? У нее была совершенно сумасшедшая скорострельность. Несмотря на то, что это трехдюймовое орудие, оно могло стрелять 10 раз в минуту. Прежде чем приходится сменить позицию, она может поднять несколько танков противника. Ну, конечно, при условии, если эти танки будут слишком глупыми, чтобы подойти к обратите внимание, разница между выстрелами от 10 секунд. О, наконец-то! Наши войска, все люди, все продолжают.
были случаи, когда наши правоволонтеры приезжали в мировом на расстрелы. Например, такое случилось в Подоле. Офицеры, которые сейчас идут к немецким позициям, они смертельно рискуют. Никто не может им положить. Вот эти вот матерые немецкие солдаты, матерые немецкие офицеры, обещали которых ни одно преступление. Пойдут ли они на переговоры или просто расстреляют правоволонтеров, нарушив все законы войны? Это неинтересно, война идет. Ну, как видите, обошлось, законы войны не нарушены. Между нашими и немцами начинаются переговоры. А тем временем группа немцев передвигается на новую позицию. Очевидно, они тянут время, что-то задумали. Пока немцы успешно передвигают в другие траншеи, переговоры состоялись. Наши правоволонтеры залезают в свой джип. Уже снова начинается стрельба. Да, немцы опять вероломно. Зацепили при этом не нарушены все законы чести, все законы войны, все законы цивилизации. Вот. Сорвали переговоры, которые уже состоялись. Выиграли всего немного времени, но не хватило для того, чтобы занять практически круговую оборону. Вот, они находятся теперь более выигрывающие, что потеряли танк. А наша мобильная группа теперь получает приказ постараться своими силами уничтожить гитлеровцев и выполнить приказ этих фрагов. Танки только через месяц. Поэтому задача перед вам НКВД пытается зайти в тыл немецким позициям, но немцы уже заняли круговую оборону. Как вы заметили, немцы выиграли время. Делали вид, что идутся переговоры и получили возможность занять эти позиции. Сейчас эти траншеи приходится не просто занимать, а штурмовать потерями для личного состава. Сейчас на нашем правом фланге немцы атакуют наши войска НКВД. Кого я вижу, кого мы сожалеем? Ну а кто еще? Друзья, поддержите громкими криками наступление нашей пехоты. Посмотрите, если не выдерживает, то здесь не бросает позиции. На левом фланге тоже советская пехота идет на... Это лучшие жандармерия меняют позиции, подходят дальше. А та группа, которая сделала прошла в окопы, отступает на свою базовую точку. Итак, советские войска сжимают кольцо. Обратите внимание, что на левом фланге наши войска идут в наступление под прикрытием легкой кольцо.